ворота. Похоже на большинство. Ой, какой момент. Еще момент, возврат. Великолепная шайба, московская «Динамо». Третий раз забивает туда, в ворота Павла Хомченко. И стоит хруст. И хруст никакой не омской булки, а хруст клюшки Никиты Холодилина. Потому что он в бешенстве. «Динамо» в этой комбинации просто разрывает Омск. Матчи против Магнитогорского «Металлурга» единственную шайбу он забросил. Еще в меньшинстве для защитника это вообще прям какой-то комбо. Хороший момент, и Морозов сделал это тогда, сделал это сегодня. И теперь в равных составах. Ну, вчера Иван Морозов забросил 3 за «Спартак». Илья Морозов решил от однофамильца не отставать. Снова отличился не нападающий, но какая разница сейчас. Сейчас ликует Новосибирск. И Морозов принимает заслуженные поздравления. Заброс в чужую зону, подхватывает Орехов. Играет через борт на Кользина. А здесь шайба остается в зоне. Момент у Лады 1-1. Моментально Иван Романов сравнивает на старте третьего периода. «Металлург» вроде бы мог тут вот спокойно. Кользин пытается вывести. Фисенко оставил шайбу в зоне. Кугрышев сыграл идеально на Романова в конце. Вот эта передача Кугрышева. Посмотрите, вот сейчас Кугрышев раз и себе за спину. И не дотягивается Орехов. И дальше Романов в ближнюю девятку. Над плечом вверх. Вот как здорово находят свои эти редкие моменты Бары сегодня, а? Редко Демет сегодня атакует. И! Опа! А это красота какая! От Данилы Авершина! Очень красивый гол нападающего хоккейного клуба «Сочи». Даня, твое поздравление с днем рождения до сих пор у меня в сердце. Совсем скоро уже нас настигнет развязка. Меркли. Ух ты, как он убрал сейчас клюшку соперника. И какой момент! И 5-5! Кунь-Лунь сравнивает счет в этом матче! Первая шайба в этом периоде. Сколько же здесь для этого гола сделал Райан Меркли? Он преодолел среднюю зону, обыграл защитника и отдал на Рурка Шартье. А тот забил. Плохой прострел, но здесь в подборе действует Райли Барбер и отправляется вперед. Праворукий нападающий смещается в центр, отдает на Лещенко. Какая же передача, какая красота! 3-1, нефтехимик Евгений Митякин забил, но он показывает на Вячеслава Лещенко, потому что эта передача просто шедевральная. Митякину оставалось только попасть, и он это сделал. Второе набранное очко Митякина в сегодняшнем матче. Ну и все уже поверили, что Лещенко будет бросать, но он так не думал. Да, есть уже ошибки, недочеты. И Энос! Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это шайба Сэма Эноса! Потерял, да, речи. Какая пауза от Эноса! Явно Сэм Энос имеет какое-то отношение к русскому театру и к мхатовской школе. Какая пауза, а? Передача, опять шайба в среднюю зону, выходит. Перехват, Хафизов. Хафизов за хитриком поехал. Тимур Хафизов! 6-5! Приносит сочинцам победу капитан и оформляет хет-трик. Кепки на лед. Поздравляем Тимура Хафизова. Вот одна из них, и он ее сразу надевает. Эта традиция изначально зародилась на скамейке запасных СКА. Ну, а теперь это делает Тимур Хафизов. Вот уже Ибрагимов мешает Мищенко. Но защитники оказались практически в одной точке. Тыщный здорово на встречном движении обыграл соперника и обыграл вратаря. Шикарная шайба Тертышного. 1-1. За 2 минуты и 44 секунды до конца первого периода трактор отыгрывается, и Тертышный забивает в своем 200-м матче в континентальной хоккейной лиге. Но вот первый юбиляр себя поздравил. Ликуют болельщики трактора. Настроение улучшилось. Что называется, делайте ваши прогнозы, кто выиграет. Выиграл Воробьев, а вот дальше шайба приходит к Семенову. Какой бросок, какой гол!
Кирилл Семенов! И ревут трибуны. Акбарс выигрывает эту встречу в концовке овертайма. Фантастика. Да, только такой красотой мог закончиться этот драматичный, ярчайший матч. Вы посмотрите, сколько красивых эпизодов мы увидели сегодня и каким красивым эпизодом завершается эта встреча. Улыбаются тренеры Акбарса, как будто сами не могут поверить своим глазам. Что сотворил сейчас Кирилл Семенов? Это лучший гол сезона?